Добрый день, а вы разговариваете по-русски? Да. Я представляю газету «Рабочие известия» международную. Могли бы вы сказать пару слов, вот почему вообще как-то выделились отдельно здесь и какие идеи вы представляете? Ну, это, я считаю, самый важный день в истории человечества. И, ну, я хотел стоять и держать красный флаг, советский флаг на площади. Вот и все. Ну, вы какой-то партии, может быть, состоите? Вы знаете, есть... мы не принадлежим к партии, но мы из США, мы очень активно протестовали против войн в Афганистане, в Ираке, расставали нас много раз. Мы основали организацию «Нет политическому государству», арестовали. И потом несколько лет мы были приглашены в Белоруссию, БРСМ. И нам очень понравилась Белоруссия. И в прошлом году мы решили приехать сюда и открыть школу английского языка. Да. И сейчас я считаю, что это хорошо, что в Белоруссии еще празднуется этот день. Но, к сожалению, я заметил, что с каждым годом люди, они ориентируются все больше против коммунизма, да, и социализма. А с чем это связано, как вы думаете? Почему такой процесс происходит? Ой, это очень... Может быть, спросите Джеффри, он социолог. Из-за политической тупости. Здравствуйте. Вот как вы думаете, почему происходит такой процесс, что сегодня идеи коммунистов, марксистов, ну, в каких-то местах более популярны, ну, вот, например, в Беларуси и, в частности, на Украине, они предаются вот анафеме определенной, то есть с ними идет борьба? Во-первых, я говорю по-русски, я с трудом. Вы спрашиваете, почему праздник не популярный сейчас? Да, это очень большая проблема. Это очень большая проблема. Во-первых, молодые люди не знают историю, и вообще сейчас с смартфонами они знают много, они знают ничего. Да, сейчас есть люди не знают, и есть очень большая проблема с цинизмом. Вы понимаете меня? Ну, раскрой. Цинизм. Цинизм. Цинизм, да? Это менталитет, очень негативный менталитет людей. То есть очень много индивидуализма стало, да? Да? Много индивидуализма и как консумеризма и культура глупости. Это на русском глупости. Очень глупая культура, только сам. Это обычный менталитет при капитализме. И сейчас это здесь, и это очень сильный. Как вы думаете, вот сейчас, ну, разумеется, вы в курсе проблем на Украине, да? Как вам кажется, возможно ли такие сценарии как по всему миру в каких-то странах, когда будут уничтожаться идеи левые, ну, в сущности, левые идеи, коммунистические идеи? Во-первых, я думаю, на Украине было как, я не знаю точно, фашисты, на английском это cool, это когда государственно держат и новый. Переворот? Недавно с
фашистами. Они государство на Украине сейчас неправильное. И это было как инсеррекция. И восточная Украина, часть Украины, да? они хотят сам независимости. Как ситуация очень трудная, потому что государственный сейчас новый президент, он марионетка Европейский Союз, НАТО, и что хорошее будет? Ничего. Спасибо. А вы можете вот, ну, напоследок сказать, какую организацию вы представляете, если это организация, или если это не организация, просто каких убеждений вы придерживаетесь? Мы знаете люди из БККВ, мы знаете несколько людей из КПБ, но вообще мы американские коммунисты, сейчас мы живем здесь. То есть вы приехали в Беларусь, да, как бы жить на постоянно? Да, у нас школа английского языка native. Нам нравится жизнь здесь, вообще очень, очень спокойный, очень чистый город. Мы из Нью-Йорка, там грязный, есть криси, это большой мышь, есть много крисов. Понятно. И сейчас в Нью-Йорке ситуация очень плохая. Мы потеряемся наш больница. Уже больше, чем 20 закрыт. Потому что они хотят апартаменты. Вы понимаете, апартаменты? Это квартира для богатых. Очень большая проблема. Как вы думаете, в Беларуси вот какие идут сейчас процессы, на ваш взгляд? И не кажется ли вам, что в принципе тоже начинаются какие-то неолиберальные реформы и все, социалистические достижения сворачиваются? Я думаю, ситуация здесь очень опасная. Каждый день больше капитализма и менталитет, обычных людей очень капиталистический. Раньше, наш первый раз здесь, ну, недавно, но 7 лет назад, это лучше там. Люди больше дружны, это правильно, дружны. Более дружны были, да? Дружны, еще больше открыты, и сейчас как автоматы, как зомби. Ну, это процесс, и мы боимся в будущем, мы боимся, потому что каждый день это хуже капитализма. Хорошо, спасибо. Не за что. С праздником.